Перекрытие автомагистрали, повышенные меры безопасности, поисковая операция на земле и с воздуха, мобилизация сотен жандармов и полицейских в окрестностях Парижа пока не увенчались успехом. Тигр или крупное животное, семейство кошачьих, до сих пор разгуливает на свободе. Местные жители последний раз видели животное, которое, как предполагается, сбежало от частного владельца в районе Диснейленда у небольшого городка Пункаре. Привлеченные к поиску специалисты пока не могут сказать ничего определенного. Фотографии, сделанные жителями, говорят о большой кошке, возможно, рыси. А обнаруженные следы животного, как считают эксперты, могут принадлежать молодой особи весом около 80 килограммов. Окрестные школы не закрываются, но переведены на особый режим. Детям запрещено играть за пределами охраняемой территории. Я не очень волнуюсь, но мой сын плохо спал ночью. Его мучили кошмары, так что эта история больше коснулась его, чем нас. А другой мальчик признался журналистам, что боялся утром идти в школу. В то же время дрессировщики цирка «Пиндер» заявили о готовности принять беглеца у себя. Они просят власти не убивать большую кошку, которая в течение 2 дней гуляет сама по себе, кем бы она ни оказалась.